Всем привет! И, как вы могли понять из названия, тема сегодняшнего ролика – это телефон Xiaomi Mi 4, которым я уже успешно пользуюсь более года. Прошел уже один год и несколько месяцев с тех пор, как я пользуюсь вот этим вот устройством. Кстати, сейчас у меня тут запущено приложение от Xiaomi, с помощью которого я могу наблюдать за собой, снимая на RSN камеру. Получается, сам телефон был выпущен аж в далеком 2014 году. Купил я его в конце лета 16-го, если не ошибаюсь. Это было 23 августа, когда я его уже получил. Покупал в интернет-магазине, привозили мне его из Польши в абсолютно новом состоянии. Это международная версия, которая поддерживает всех операторов. Версия на 16 гигабайт, и сейчас хотелось бы поговорить о состоянии данного устройства. Что хочется сказать? С самого начала, как только я получил телефон, я сразу купил для него защитное стекло Gorilla Glass, а также чехол, который бы защищал вот эти вот хромированные рамки и заднюю глянцевую панель от различного рода повреждений. Как оказалось, не зря, поскольку этот телефон у меня несколько раз падал так, чтобы если он упадет просто на эти хромированные бока или на стекло, то все это просто разбилось, полетело и вообще никак не выглядело. А так все удары приходились на чехол, и как итог, через целый год у меня все рамки, где ни посмотри, все рамки на этом телефоне у меня имеют состояние нового. То есть ни на одной из частей этой рамки нет ни одной царапины. То есть состояние абсолютно нового телефона. Касательно поломок, за этот год и вот уже второй месяц, у меня в нем ничего не ломалось. То есть все проблемы, которые и были с этим телефоном, заключались только в том, что прошивка уже устарела и пора бы обновляться на новую. Это, кстати, минус прошивок от MIUI. Касательно каких-либо дефектов телефона, которые появились со временем. Единственное, что я могу обозначить, кнопка включения, точнее блокировки, из-за того, что я пользуюсь ей уже, год 10 месяцев, это самая популярная, так скажем, кнопка на этом телефоне, она чуть-чуть просела внутрь, и из-за этого она немножко так качается. А когда я ношу в чехле, а я всегда ношу этот телефон в чехле, я не чувствую этого, то есть для меня это минус, но как факт такое присутствует. Качелька громкости, с ней ничего не изменилось, и она работает так само, как и в начале. Касательно этого телефона, что я дальше буду с ним делать, этот телефон я продавать не буду, потому что мне он действительно очень понравился. За это время пользования я не то чтобы к нему привык, но у меня очень приятное ощущение даже от того, что я держу этот телефон в руках. Мне очень нравится и его дизайн, и его характеристики. Как бы мне не хочется просто с ним прощаться. Что касается актуальности этого устройства на момент 2017 года. Сейчас на Али этот телефон так же сам продается по совершенно небольшой цене. Сейчас вы можете приобрести международную версию за 2500, ссылочку я оставлю вам в описании, если вас интересует данное устройство. Я не знаю, насколько он актуален по сравнению с моделями, которые вышли в этом году. Хочется заметить, что все-таки эта модель аж далекого 2014 года. На этом телефоне я в игры не играю, что касательно игр, возможно, будет ли в него играть в какие-нибудь новые игрушки, именно мощные. Не знаю, как пойдет себе телефон в таких играх, но как именно телефон, это вещь вообще отличная. Я делаю на него очень часто фотографии. Хочется заметить, что фотографии тут получаются действительно очень красивые. Сейчас вы можете видеть пару фоток, которые сделаны на это устройство, и как бы для себя посмотреть просто, что это устройство может. В общем, это отличная рабочая лошадка, которая прослужит вам несколько лет.
Это гарантированно. Несколько лет вообще без поломок. Этот телефон ни разу не был в сервисном центре. Обновлял я всегда его на дому с помощью компьютера. Если у вас есть какие-либо вопросы, которые вас интересуют, вы можете, конечно, задать их в комментариях. По вашему желанию я могу сделать подборку телефонов, которые стоит взять в 2016-2018 году, которые стоят своих денег. Можете также написать бюджет, который вас интересует, и я уже подберу несколько вариантов, чтобы сделать вам лучше. А на этом, дорогие друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые видео. До скорых встреч!